Работает камера, камера работает. Всем доброго утра. Всех добрым утром. Хорошего пиздатого настроения зимнего, такого классного. Вас приветствует Багира на канале Дневник Багиры. Город Чебоксары, Республика Чувашия. На заливе. Сегодня 7 февраля. А вторник. Время 8:15. Я направляюсь. Ну, куда я могу здесь на заливе направляться в такой красоте? Конечно же, я направляюсь на маникюр. Курим сигарету. Идем. У нас сегодня холодно. Мороз. Минус 15 градусов. Но на Волге всегда дует ветер. Как бы с моря я называю. Ой. Вот эту лапшичницу я вам уже показывала. Здесь я ни разу не была. Тут, наверное, что-то вкусное продают. Хочу вам, знаете, что сказать? Дым идет с трубы. Видно, нет? Видите, как дым идет? Значит, не будет мороза. Но не знаю, не знаю. Крепчает наша зимушка, зимняя, крепчает. Ну, благо, у меня шарф с собой, да? Я прям этот, сначала вышла без главного убора и прям замерзла голова моя. Я в автобус села и намотала быстро-быстро вот такую красоту, челму свою. И вот я вся в такой красоте. В одном спортивном трико. Блять, меня продувает насквозь. И в тоненькой, в синенькой блузочке вы видели, да, в чем я хожу. И вся любовь здесь. Вот такая я спортсменка. Комсомолка и красавица Багирочка Джан. Я вам хочу показать, девочки. Я купила вчера помаду. Где она у меня? Вот такая помада у меня на губах. Знаете что? Вот. Да, никогда не пользовалась таким тоном. Зашла в улыбку. Улыбка радости. Взяла такую помаду. 470 рублей, что ли? Ой, не помню, девочки, сколько. Чья она? Девочки, не знаю, чья. Наверное, Китай. А может и Китай, я не знаю. Может, вы разбираетесь? Тут ничего не написано. Тут все на иностранном языке. 0,2 тон. Что я ее взяла? Знаете что? У меня, короче, был блеск для губ вот такой. Вот такой он уже заканчивается, да? Но он постоянно стирается на губах, намажешь и долго не держится. Это как бы вам сказать, для повседневной носки. Ну да, чтобы губы не обветрили. Ой, потому что красный цвет нужно красить всегда с карандашом. И, девочки, карандаш, он бывает заканчивается, да, который нужно точить. А бывает ломается, который не нужно точить. И не очень удобно, когда вот ездишь где-то в дороге. А если не намажешь с контуром, ну, некрасиво. Я люблю, чтобы вот с контуром губы были обведены. А вот эта помада, она чем удобная. Я так вчера подумала. Надо купить такую, которая долгоиграющая на губах. И такой пастельный цвет. Как она называется-то? Господи. Все, под потолок равняюсь. Как его? Глянец есть и матовый. Я зашла и, короче, вот из двух помад, ну там много было помад. Я два тона посмотрела, вот этот выбрала. Ну ничего, мне нравится. Мне нравится, увеличивает губы, видите, да? И не нужно мучиться. В кармане очень удобно носить. Не надо никакого карандаша. И она долго играется, девочки. Она не стирается. Ее намажешь через 5 минут. Вот так проверяешь, да, и она этот. Не пристает никуда. И недорогая. Маленькая, удобная. Вот.
И такая приятная. Ну и сверху можно вот, сверху чуть-чуть это потом блеском подмазала. И все. Ой, девочки, какой ветер вообще. О, колесо обозрения. Вот дамочка стоит красивая. Мост московский, сия Руси. И я! Такая ледяная ледышечка. Ой! Вчера позвонил новоиспеченный жених вечером. Спросил, как дела туда-сюда. Я говорю, все нормально, да и завтра, говорит, во сколько выезжаешь? Я говорю, ну, во сколько? А, выезжаете. Я говорю, во сколько, блядь? К вечеру ближе выезжаю. Я говорю, все же, давай, говорю, на ты, говорю, разговаривать. Он говорит, ну, давай. Я говорю, мне так проще. Он говорит, я не знаю, говорит, я хотел с утра опять. Я говорю, а я вот не с утра. Я, может, тоже, говорит, не поеду с утра. Я говорю, я не знаю. Он говорит, давай, говорит, созвонимся в 2 часа сегодня. Я говорю, ну давай, звони. Если, говорит, не поеду, созвонимся в 2 часа, то, говорит, можно забрать тебя? Я говорю, забирай. Забирай, увози, увози меня за 100 морей куда-нибудь. 18 мне уже. Ой, бля. Я иду заранее. Сами знаете, как, какой мне тяжелый путь предстоит, да, подниматься все выше и выше. Вот. Не спеша, но ноги промерзают в них. В одном трико это вообще. Девочки, это пиздец. Я такая, знаете, я закаленная, как сталь! Никого нет. Никого нет. Ой, вчера целый день. Такой был тяжелый день. Лариса кричала весь день. Ой, девочки, она мне измотала все нервы. Я только ждала прихода Саши. Прям молилась уже, все. Когда он зашел в дом, я выдохнула. Я думала, я не выдержу здесь эту всю систему. Сегодня, я говорю, пошла я. Лариса, надо сделать маникюр. Ложись, говорит, рядом полежи. Я говорю, какой ложиться? Столько много дел, надо быть красивой. Ложиться, блядь. Я так долго ждала эти ногти. Но я хочу сказать, очень качественно делают. 24, я посмотрела по WhatsApp. Я делала ногти 24 декабря. Представляете, 24. И сейчас у нас 7 февраля. Представляете, сколько держится, да? Я еще их спилила целый миллиметр, чтобы они мне не очень сильно мешали. Красота. Конечно, я очень довольна, потому что я до этого наращивала, делала в другом месте. Тоже была очень довольна, девочки, потому что я не знала, что может быть лучше. Но то, что там делали, здесь, это небо и земля. И лак там стирался, там и ногти ломался. Ну, все было, все было. Далеко, конечно, салон находится, не сурки. Такси. Посмотрела ночью такси. Одна у Чебоксарской до салон Джио. 350 рублей было. Вот. Сейчас посмотрела, девчонки. 580. На Яндексе. Яндекс.Такси. Ну, думаю, в пизду носом. Все это такси. Ладно бы за 350. За 350 еще куда дело не шло, да? Можно доехать. Как бы сохранить себя, спасти от холода. Ну, за 580 я не готова ехать. Что за королева такая? Я думала, может позвонить к Сереже, да? Я думала. Он же с утра едет с работы. И попросить его свозить меня. А потом подумала, девочки.
Посмотрите, какую лесенку мне надо преодолеть. А потом подумала, ну нехорошо. Нехорошо, как что-то вчера познакомились, да? А сегодня я его попахала. Нехорошо. Я ведь девушка независимая, самостоятельная. Нет. Все это обдумала и подумала, нет, так нельзя. Мужчину сразу можно напугать таким отношением напористым, да? И все. Нет, нужно быть кроткой и нежной, и недоступной. Да неприступной. Там ту лесенку чистят дворники, уже ребята работают. А это уже почистили. Вот, все завалено. Вот так. И, короче, думаю, нет. Может быть, он и, конечно, не отказал. Отвез бы меня. А потом бы привез. Может быть, а может, и отказал. Но, девочки, не стала я. Ну, красиво поступать. Как вы считаете, правильно я сделала? Напишите мне в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Ой. Завал, завал. Фух. Какая красота. Видите, чистит. И женщина чистит. И мужчина чистит. Работа очень тяжелая. Ой. Тяжелая работа. Вот этот снег чистит. Это надо быть. Иметь, девочки. Ой, блядь. Руки замерзают. Надо иметь, конечно, здоровье и силу. Тяжелый. Тяжелый труд. И мало оплачиваемый. К сожалению. Сейчас я вас положу в карман недолго. Я хочу вам, знаете, что сказать? Поднялась я. Вот это все, девочки, чистить надо вручную. Лесенки, да? Вот эту всю площадь вокруг памятника. Все вручную чистят. Еще лесенка. А там не знаю. Там, наверное, тоже вручную. Может, трактор, я не знаю, девочки. Уборочная машина. Ну, адский труд. Я считаю, что адский труд, да? И очень мало платят. А снега валило вообще. Ой. Сейчас приду, разденусь. Время в 9 часов, я у меня запись. Схожу в туалет. Я сначала покурю я перед входом. Я вчера купила сигареты, девочки, и забыла пачку в магазине. Пошла без сигарет, блядь. Ну что за турлая, блядь. Ладно, были вот эти сигареты с собой. 230 рублей. Ну ладно, что тебе вот. Не первый раз тут зажигалку тут. То этот забуду, то ту забуду. Ой. Этот приду. Покурю сейчас. Разденусь. Пойду в туалет. Нальют мне кофе. Попью кофе горячее. Вас поставлю на загрузку. Да, у них Wi-Fi. И все. И красота. Красота, да? Солнышко встает. Скоро, девчонки, весна. Небо такое чистое-чистое. Классное. Красиво, да? И так хочу ногти новые. Но это уже все как... И выросли ногти, да? Их надо обработать. Угу. Прям ждала, быстрее. Знаете, к красивым ногтям привыкаешь, и удобно уже с ними. Они не мешаются, уже без них не можешь. И руки ухоженные.
Для меня ногти стали, это уже, знаете, как неотъемлемая часть моей жизни. Да. Потому что я знаю, без ногтей, девочки, ходишь, вот ходишь без ногтей, а потом пальцы такие некрасивые, руки некрасивые. Даже зимой хоть в перчатках. Вроде скажете, никто не видит, да. Но ты же смотришь на себя, на свои руки, да, на свой внешний вид, на свое лицо. Вот так. Красота, гляньте. Гляньте, какая красота. Залив. Город Чебоксары, Республика Чувашия. Восход. Классно. Красиво, правда? Ой. Вот туда надо мне идти. Далеко, неудобно. Туда только на машине хорошо. Пешком, да, далековато. Пальцы отмерзают. Вот. Лариса неисправимая, конечно. Болезнь у нее вот эта очень тяжелая. Все же травма головы, хочу сказать. Да, снаружи зарубцовывается, а внутри-то не зарубцовывается ничего. Они 12-го поедут на прием к нейрохирургу с результатами. Еще будут говорить. Ну, что я хочу сказать? Ничего хорошего в будущем нет. Вот такая вот страдать так вот и будет. Врачи, говорит, сразу сказали на реабилитации, когда были. Не будет лучше, говорит. Никаких надежд нету. Ну так. Страшно. Судьба, да? Не дай бог никому. Бедная. Ну ничего, мы не сдаемся. Мы ждем весны. Конец весны мы ждем. Живем, поедем. Ларис на дачу. Ваню. Вот, да. Маргошку. Маргошка, говорит, любит, как червей там есть. Все собирать. Почему ей позволяют червяков есть? Но она там бегает, правда. Они, наверное, тоже не могут смотреть, да, за ней. Ой. Маргошка старенькая, зубов нет. Глазки не видит, ничего не слышит. А уж так папу любит. Это вообще прям только к нему и лезть. Как он говорит. Любит, послушает. Ладно, девчоночки мои, красавицы. Хорошего дня. Спасибо, что вы меня смотрите, слушаете. Спасибо вам за комментарии, за лайки. Спасибо огромное. Спасибо, кто подписался на Яндин Дзен. Спасибо. Всем хорошего дня, отличного настроения. И, конечно же, такого, как вот такого солнечного неба над головой. И тепла, тепла в ваших душах. А главное здоровье. Берегите себя и своих близких. Ну а с вами, как всегда, я, Багира, на своем канале. Оставайтесь со мной.